Відкрита трибуна. Чи помічали ви, щоб нечистоти зливали у невстановлених для цього місцях? Сама не бачила, але підозрюваю, що, мабуть, це відбувається, так як в деяких районах є відповідні запахи. Поки що цього не замечала, але так не можна поступати. Це, неправильно, потрібно в положеному місці зливати, тому що каналізація забивається, воно все наружу виходить. Це доставляє неудобство людям, які там живуть рядом з цим люком каналізаційним. І просто загрязняє окружающую среду. Практически по всему городу имеются нечистоты. Я хотел бы просто, чтобы как-то инициативная группа собралась или убрать, или же, я не знаю, наложить штрафы на тех, кто бросает нечистоты в неположенном месте. Я к этому вопросу отношусь очень негативно, поскольку это не по-человечески и очень плохо. И я за то, чтобы это как-то решалось по-другому, и чтобы правительство обратило внимание на это, и чтобы такого не было. Если я заметил бы, то я бы подошел бы, сказал кому-то, или подошел им и сказал, что вы делаете. Именно этого я не замечала, но замечала, как ухудшается водоемы наши, вот мимо которых я прохожу даже в городе. Когда очистили в парке имени Юрия Гагарина, очистили вот эту речушку, она была чистенькая, там и камыша ни одного не было. Но потом через время, буквально через год, опять это все превратилось в болото. Да, я живу на Песочной, и у нас там есть маленькая речка, и туда сливают эти нечистоты. И постоянно ездишь на маршрутке, вонь невыносимая. И все даже знают, вот говоришь Песочная, и люди все говорят, это там, где воняет? И говоришь, да, именно это тот район. Відкрита трибуна.